В общем, небольшое сравнение двух практически одинаковых ножа. Собраны они качественно. А сравнивать мы будем полностью их обух. Ну, геометрия у них одинаковая. Начнем с обуха партнера. В обухе он, так, 2,6 миллиметра. Бокер плюс в обухе 2,4 миллиметра, чуть-чуть тоньше. Но визуально этого практически не видно. Механика и внешнее исполнение у них одинаковое. По стали у бокера 12C27, по стали у партнера можно увидеть, что 12C27 сталь. Здесь серийный номер, я так подозреваю, 11. Здесь серийный номер 267. Ну, вернее, 0267. То есть было выпущено 10 тысяч таких бокеров. Единственное, что партнер идет с ножницами, которые замечательно режут бумагу. Пока я только пробовал. Но и Бокер Плюс тоже у них есть в этой линейке, в Атласе. Такие же ножницы, абсолютно идентичные. Может быть, единственное, что на партнере они чуть-чуть толще. Здесь у нас покрашен металл, порошковая сталь. Такая покраска применяется на холодильниках. Будет ли стираться, неизвестно. Но то, что будет царапаться, это однозначно. Время покажет. Что хотелось бы сказать по поводу Атласа. Атлас очень хорошо зарекомендовал себя в походных условиях на море. Вот. Из-за того, что он плоский, легкий. Великолепный рез у него. Работа по мясу у Атласа и у партнера одинаковая за счет своей геометрии, за счет того, что лезвие ножа заполировано в линзу. Вот. Единственное, что на партнере больше разной информации можно прочитать. А вот Атлас отличается своей, я не знаю, такой молчаливостью. 12C27, надпись 0267 и Бокер Плюс логотип. Все. Больше никаких опознавательных знаков на нем нет. В общем-то, такие прекрасные модели. Темляки я сделал одинаковые им. Единственное, что их еще различает, это цена. Бокер вот в таком исполнении стоит порядка 2300 рублей. А партнер в таком же исполнении будет вам стоить где-то в районе 1100-1200 рублей на Алиэкспресс. А вот в таком исполнении он будет стоить 1400. А уже Атлас в таком исполнении, как партнер с ножницами, будет стоить до 3000. В зависимости от продавцов, которые вам будут их предлагать. В общем, как-то так.
рекомендую брать все-таки с ножницами. Ссылка на продавца с AliExpress будет в описании к этому видео. От себя хочу добавить, что с ножницами он немного более функционален, хотя почти в два раза тяжелее. Клипса у них идентичная, при возможности утери, допустим, клипсы можно заказать смело нож и таскать нож на кармане без клипсы, а клипсу поставить, она полностью одинаковая, даже болты подойдут под ту же самую резьбу. Единственный вопрос к долговечности вот этого осевого узла, сделанного из латуни. Ну а так, в принципе, все. Пока я его еще сильно не поцарапал, не затаскал. Зима впереди. Переходим на партнер. Будем юзать его. Не так обидно будет потерять, наверное, его, в отличие, чем потерять Атлас, который я думал, что потерял, а на самом деле не потерял. В общем, как-то так. Всем пока, подписываемся на канал и покупаем партнер по ссылке в описании.